Вау, детка, здорово! Ой, мой красавчик пришел. Привет. Слушай, ты слышала мой новый трек «Золотая часть золотой цепи»? По-моему, это трек Дани Милохина. Но это, как сказать, переделочка для тебя. Хочешь послушать? Конечно, хочу. Ля-ля-ля-ля-ля. О, ребята, привет! Ой, знаешь, мне это, надо еще математику доделать. А мне в туалет надо. Так, класс, кто мне может сказать, чему будет равна ось Y? Можно я? Так, класс, никто не знает? Очень странно. Ось ординат. Записываем новую тему. Так, прямоугольные координаты на плоскости. Так, класс, записывайте домашнее задание. Ты видела, как учительница его не заметила? Ха-ха-ха, как смешно. Походу, у нас учительница никого не видела. Да это не очень такие смешно, Зюзи. Зи, ну раз ты такая нудная, иди с ним играй. Ну хорошо, вот и пойду. Вот оно странное, конечно. Дружить с неудачником очень странно. О, привет, Тио. Уйди от меня, девчонка. Эх, что же мне делать? Как ему помочь? Опача, а что это тут у нас? Его паспорт. Так, Тио Элифович. Так, адрес, отлично. Пора навестить его. Зачем я вообще учусь в этой школе? Ну кто там еще? Привет! Помнишь меня? Я твоя одноклассница, Зи. А, привет, Зи. Ты-то что тут делаешь? И откуда ты знаешь, где я живу? Ну как бы вот, мой паспорт. Обычно, когда я что-то теряю, никто не возвращает. Спасибо тебе огромное. Да не за что. Обращайся. Стой, Зи. Да, конечно, иду. Слушай, ты не можешь побыть моей подругой? Просто у меня нет друзей. Конечно. Давай будем друзьями. Давай. Пойдем ко мне в дом. Я тебя угощу чаем. Какой вкусный чай. Да. Эти упаковки еще моя бабушка делала. Собирала траву, потом ее высушивала, заворачивала в пакетики, и вот чай. Как вкусно! Одуванчиковый. Ага. Слушай, почему с тобой никто не дружит? Ты же такой прикольный. Я не знаю. Я просто неудачник. Ты не неудачник. Ты крутой пацан. Я тоже была такая, стеснительная сначала. А теперь меня во всей школе знают. Надо показывать себя со стороны. Хочешь, я тебе помогу? Конечно. Мы же ведь друзья, правильно? Да, да. Вот пойдем завтра в школу, тогда и покажем. До встречи. До встречи, Зи. Ух, наконец-то у меня появился новый друг. Блин, сейчас физкультура не самый мой любимый предмет. Привет, Тио. О, привет, Зи. Что такое? Сейчас я тебя научу, как показать себя со стороны. Как раз физкультура. Вот чего ты боялся? Бросать мяч в кольцо. Вот, если ты это преодолеешь, все поймут то, что ты не пугливый, а ты все пробуешь. Давай, попробуй. Я пойду там посижу, окей? Конечно, конечно, Зи. Так, сейчас надо попробовать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, Зи, привет. А Зюзи болеет? Ну да, а что такое? Пойдем за мной, нужно в коридор выйти. Странно, зачем ему в коридор? В коридор. Тио, ты пока-то тренируйся, я скоро вернусь. Ты нас позоришь на всю школу, дружишь с каким-то неудачником. Пора наконец-то преподать тебе урок. Ну не бей меня, пожалуйста. Это, я сестру позову. Ага, конечно, она же болеет, Зюзи нет. И кто теперь тебя защитит, а?
Ну все, пора тебе показать, каково это дружить с неудачником. Ну что, сейчас я тебе впишу, а тебе двоечку или как? Эй, ты, неудачник, ты что здесь делаешь? Только попробуй тронуть Зи. И что ты мне сделаешь, неудачник? Хорошо, пойдем поговорим. Пойдем, неудачник. О, вот это ты бьешь. Еще есть вопросы? Или ты опять хочешь? Нет, 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 спасибо. Не надо. Вот так-то. Будешь знать, как Зи обижать. Ну что, Зи, видишь? Вау, Тио, спасибо тебе большое. Если бы не ты, меня бы уже побили. Да, это пустяки. Пойдем мы это мороженое поедим в столовой. Конечно, пойдем. Да, вот это ты, конечно, ему вмазал. Ага. Так, я не понял, Тио. Значит, ударил Пингвулу, и теперь ты еще и радуешься? В смысле радуюсь? А ну живо ко мне в кабинет. Но, директор, я здесь ни при чем. Доказывать это будешь у меня в кабинете. Так, Элли, объясни, что это за поведение? Ты зачем Пингвулу ударил? Но он хотел атаковать Зи. Ага, конечно. Итак, мы отстраняем тебя от школы. Все, держи справку, мы тебя выгоняем. Но подождите, вы все надо мной издевались в школе. Что за несправедливость? Еще и разговорчики будут. Может быть, тебе справку еще из института выписать? Нет, уходи отсюда. Уходи из моей школы долой. Да что это за несправедливость такая? А знаете что? Раз я уже не ученик в этой школе, у вас она ужасная. Ах, ты ж сорванец, гад. Все меня ненавидят. Никто меня не любит. Тио, подожди, стой. Тио, куда ты убежал? Ну что ж происходит? Я вам еще всем покажу. Так, отлично. Пора воспроизводить ритуал. О, великий мистер Стичи, приди, помоги, отомсти. И, конечно же, убей. О, наконец-то, спустя много тысячелетий, я освободился из плена. О, мой великий мистер Стичи, я готов хоть на колени перед вами стать. Хватит тут это все, этот спектакль. Наконец-то я свободен. А ты, молодец, молодец, что освободил меня. Мне будет какая-то награда? Конечно, ты же хотел мести? Да. Хотел власти? Да. Сейчас я тебе помогу. А? Что это? Кто я? Ну, приветствую тебя, Тио. Ха. The Insolence Overseer. О, да, я чувствую это могущество. Да, наконец-то. Отлично. Я теперь больше тебе не нужен, правильно? Правильно. Ну, по факту. Хорошо. Тогда я пойду дальше сеять хаос. А-ха-ха-ха-ха. Это же... А что я могу делать? А ну-ка, а может быть я могу созидать? Ого, я правда могу созидать, что хочу. Я вижу. Неаккуратность, задумчивость, волнительность — это ко мне. Что ж такое? Ничего не помогает. Как же спасти мне мою жену? Надо срочно что-то с этим делать. Где я? Зачем я? Здравствуй, мистер Пи.
Ты кто? Ты что? Я? Я Тио. Помощник Инсоленса. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Я хочу тебе помочь в твоей проблеме с женой. Но у меня нет проблем с женой. Я вижу, что есть. Ты не можешь найти нормальную вакцину. У меня есть одна идея. Должны быть добровольцы на то, чтобы испытать твою вакцину. Но так делать нельзя. Это же... Забудь. Накануне жизнь твоей жены. Просто давай, согласись на это, и я помогу тебе. Хорошо. Спасибо за подсказку. Спасибо огромное. Отлично. План работает. Давно я Зи не видел. Пора показать ей, чему я научился. А? Что происходит? Где я? А? Здравствуй, Зи. А ты кто? Откуда ты знаешь мое имя? А где Тио? Я позову его сейчас, и он... Что? Позовешь? А разве ты не видишь его? Но где он? Я его не вижу. Он стоит перед тобой, Изи. Тио, что ты? Что с тобой случилось? Ничего подобного, Зи. Просто улучшил свой гардероб. Подожди, что ты хочешь сделать? Я хотел лишь тебе сказать, что ты можешь побыть со мной в одной команде. Нет, ты не тот Тио, который был раньше. Ты был лучше. А ты, как я вижу, много разговариваешь. Может быть, ты замолчишь? Счастливо оставаться, Зи. У меня нету времени на неудачников. Руки, я рук не чувствую, эти зараженные, они ужасные. Когда уже найдут вакцину? Здравствуйте, какая приятная встреча, директор. Директор? Ты откуда меня знаешь, во-первых? Откуда ты знаешь, кем я работаю? А в-третьих, кто ты? Или что ты? О, мне задают этот вопрос каждый, кто попал сюда. Ну, давайте вспомним друг друга. Давайте посмотрим на воспоминания. Так, я не понял, Тио. Значит, ударил Пингвулу, и теперь ты еще и радуешься? В смысле радуюсь? А ну, живо ко мне в кабинет! Но, директор, я здесь ни при чем. Доказывать это будешь у меня в кабинете. Так, Элли, объясни, что это за поведение? Ты зачем Пингвулу ударил? Но он хотел атаковать Зи. Ага, конечно. Итак, мы отстраняем тебя от школы. Все, держи справку, мы тебя выгоняем. Но подождите, вы все надо мной издевались в школе. Что за несправедливость? Еще и разговорчики будут. Может быть, тебе справку еще из института выписать? Нет. Уходи отсюда. Уходи из моей школы долой. Да что это за несправедливость такая? А знаете что? Раз я уже не ученик в этой школе, у вас она ужасная. Ах, ты ж сорванец. Гад. Подожди. Значит, ты мой ученик, можно сказать? Да, директор. Помню я твое имя, Рейс. И да, ты там уже заражаешься, верно? Верно. Я не знаю, что мне делать. Я как твой ученик помогу тебе. Но,
Но мне как-то очень стыдно после того, что я сделал, и ты поможешь мне? Конечно, Рейс. Просто дай мне руку, и я помогу тебе. Спасибо огромное. Ты что сделал? Ты же руку не чувствовал. Я не хотел, чтобы ты оставался незараженным. Я хотел тебе отомстить. Ты просто ничтожество. Ну что, твори плохие дела в безопасном месте у героев. А мне еще надо встретиться кое с кем. Стич, старый добрый друг, здравствуй. Здравствуй, Тио. Что ты делаешь здесь? Я хочу тебе сказать одно. Ты зачем это делаешь? Я дал тебе силы, чтобы не разрушать этот мир, а наоборот, делать его лучше. Как сказать, учить детей своими ошибками, чтобы они задумывались над своими ошибками, чтобы все люди становились лучше. Что ты делаешь? Делаю то, что надо. И это не твое дело, Тио. И как бы ты виноват, что дал мне такое могущество? И да, мне уже не нужен такой помощник, как ты. Подожди, но что ты хочешь сделать? То, что надо. Все, нету больше того доброго Стича, который всем помогает. Есть только я, злодей. Беспощадный злодей. Прошло много времени после того, как Тио появился на свет. Уже наши герои смогли приблизиться к лаборатории и найти лекарство. О, здравствуй, Кукови, снова. Я вижу, ты вернулся. Да, что тебе в этот раз надо? Твоя цель так близка, и ты не хочешь ее выполнять. Просто остановись. Не делай этого. Не получай лекарства. Просто остановись. Я не остановлюсь. Знаешь, у меня было много друзей, и всех я их потерял. Я не хочу потерять такого помощника, как ты. Но я... Хватит нокать! Настало время наконец-то показать всю мою мощь. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Давай поиграем. Фух, так, подождите, что это тут у нас? Аллея? Так, надо срочно найти правильный код. Я так просто не сдамся, Тио. Так, вводим, проходим дальше. Просто смирись со своим поражением, Яшка. Так, скорее, скорее. Нужно срочно все исправить. Так, корабль, корабль, так. Ну тут вообще все просто. Идем дальше. Так, у нас тут уже на очереди замок. Так, отлично. Проходим дальше. Это пока все легко. Замок. Отлично. Так, 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 так. Скорее. Последний шанс найти лекарство. Так, скорее, скорее. Вводим. Ты не угадал. Что это за место? Похоже на еще один какой-то замок. Надо бы что-то с этим поделать. Скорей, скорей. Нужно срочно что-то с этим сделать. Ну, привет. Скорей, скорей. Нужно бежать. Ты лишь играешь со мной. Битвы придают мне много сил. Пора покончить с тобой навеки. Что? Что происходит? Да, это мой мир. Я здесь фантазирую. Я здесь фантазирую. Я не боюсь тебя. Нет, 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 нет.
А, фух, наконец-то. Фух, ну что, пора бежать, пока не поздно. Вы нашли лекарство, но не думайте, что это конец.